Но у рижан нет силы бежать вперед быстрее соперника. Индрашис. О, какой перевод! Беру свои слова обратно. Вот эпизод у Букарца. Когда он обыгрывал один в один, мы видим, от Кадолу ускользнул нападающий. И на Букарца потрясающая передача. Великолепный момент был. И 9-3 перебросали Северсталь. Это поперечная передача на Вовченко. Шайба попадает в рижанина Мамчица. Еще один перевод. Неплохо! Через паузу подправление. Шайба в сетке ворот. Но это, по-моему, не Петунин. Нятинина поздравляют. Именно он подставил последним клюшку под эту шайбу. Как же обидно рижанам за 3,8 до конца пропускать шайбу, позволяющую сопернику а. реализовать большинство, вторую игру подряд, б. повести в счете. Успел Шваненбергс там поменяться. Адамчук. Хорошая передача. Выход 1-1. Лишка. И где шайба? Она под Проскуряковым. И в конце концов он ее накрывает. Да, совершенно верно. По чужую синюю линию отдал Адаму Лишке. А, тут еще и помог, кстати, Мамчиц. Смотрите, что сделал защитник. Опа. Клюшечкой так убрал под щиточек вратарю. И она была накрыта Проскуряковым. Командная работа. Какая передача и попытка выхода 1-1. Паршин здорово сыграл. Гол! Это 1-1. И шайбу забрасывает Шваненбергс. Вдавил ногу в педаль тормоза. Сбросил этого защитника Адамчука вот здесь вот. И успел выдать великолепную передачу на Шваненбергса. После чего последовал бросок в ближний угол. И счет стал 1-1. Очень компактно под воротом располагается Череповчане. И шайба в сетке ворот. Опять подправление. И большинство Мэтью Майоне радуется. И, судя по всему, на него будет записана эта заброшенная шайба. Понятно. От конька игрока Череповецкой Северстали, от Шона Лалонда, залетела эта шайба. Под Япольскому нет вопросов. Так попал Майоне. Ну, так не среагируешь. Это надо быть 7-5 во лбу, чтобы среагировать на такой рикошет. Ну что, опять через Проволеву будет играть? Нет, через Нятина. Добивание и шайба в сетке ворот. Это Морозов делает счет 2-2. Два большинства уже реализовала Череповецкая Северсталь. Но кто-то говорит, что они одни из худших. Два матча подряд мы смотрим, и большинство реализуется очень хорошо. Уже третья шайба в большинстве за две игры. Поехал сам из-под клюшки Лишки. Сделал передачу на Индершиса. Завезли ее в зону. Неплохо. Индершис поступил, перебросил на партнера. Индершис. Перевод и добивание. Гол Паршин. Но это матч просто бенефис Дениса Паршина. Просто красавец. Две голевые на предыдущие две шайбы. И сейчас он забрасывает сам. И обратите внимание, как рижане поменяли расстановку в этом большинстве. Паршин-то играл справа, а тут туда приехал Индершис. И приехал уже не один раз. Сам Паршин поехал на пятачок. И вот к чему привело все это. С ними Берзинч, по-моему. Итак, 50 секунд есть на игру 5-3. Перевод. Гол! Вовченко! Как же все легко и просто получилось. Кадола, Лалонд, Вовченко. На пятачке все подчищают. Витасмяки снова с шайбой. Провальнев отсюда можно бросить. Провальнев! Скопление кинул. Где шайба? Она не прикрыта была какое-то время, а потом ее Проскуряков накрыл. Так, Зили вывозит его Гореев с пятачка в очень жаркие объятия. Но оба хоккеиста понимают, что сейчас не надо. Не надо удаляться. Неплохо. Лалонд. 2-1 с Морозовым. И гол! Петунин устанавливает рекорд! Петунин из своей зоны на Лалонда. Лалонд поперек. И Морозов над плечом у Проскурякова отправляет шайбу, которая становится победной. И Морозов делает дубль к тому же.